А теперь, внимание, Ньюсблок раскопал сенсацию. Пока певица Нюша записывает новые хиты, покоряет чарты и коллекционирует награды, в ее семье подрастает еще одна звезда. Младшая сестра артистки в этом году стала чемпионкой мира по синхронному плаванию среди юниоров. Похоже, что слово «выше» — это не просто название песни, а девиз девушек. Когда Маша была еще совсем ребенком, семья переехала в новый дом. Рядом оказался бассейн. Родители решили, что плавание – отличное хобби для девочки. Очень скоро Маша стала показывать поразительные результаты. Начались серьезные тренировки. Я уже почувствовала, что вот свобода пропадает, надо бросать. Я говорю: мам, давай все, забирай меня. Она сказала, что пока маленькая, буду я за тебя решать, а когда вырастешь, уже сможешь принимать самостоятельные решения. Зато сейчас Маша жить не может без плавания. Девушке всего 16, а она уже двукратная чемпионка Европы. В прошлом году попала в состав юношеской сборной и заработала титул чемпионки мира. 7, 8, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3. Своей старшей сестрой Нюшей. Хотя характерами девочки всегда отличались. Она, если что, защищала всех, лупила мальчиков. Это, наверное, все знают. Она была такая боевая девочка. Вот. А я спокойненько. И мы играли в куколки, там, в игрушки. Она сидит и поет. Я говорю: Ню, давай, хватит уже. Теперь сестры встречаются раз в месяц. Чаще не позволяют графики. В перерывах между съемками и концертами Нюша старается приехать на соревнования. А если есть свободный день, то вытащить сестру в кафе или в кино. Графики бессонные даже уже не кажутся такими тяжелыми, несмотря на те нагрузки, которые есть у Маши на тренировках. Поэтому, ой, я всегда не знаю, когда мы видимся, мне хочется строить какой-то супер праздник, там, сделать все самое приятное в один день. Но больше всего девчонки любят совместный шопинг, чтобы потом можно было спокойно меняться нарядами. Чаще всего я беру у нее вещи. Ну, потому что я побольше буду, я же постарше, поэтому да. Но иногда я у нее тоже тыбзю. Сейчас мы стали уже одного размера. Нюша старше сестры на 5 лет, поэтому именно она делится с Машей секретами макияжа, стиля и прочими женскими хитростями. Девушки уверены, что ни один мужчина не способен разбить их крепкую дружбу. Если вдруг произойдет такая ситуация, то я всегда буду отойду куда-то в сторону, да, и буду уступать его сестре. Я так же сделаю. В общем-то, мы пошли его, собственно говоря. Сестры не исключают, что когда-нибудь будут работать вместе. Хоть петь Маша не умеет, танцует она не хуже своей сестры. Пусть пока и в воде. Со звездным семейством гуляли Наталья Родина, Василий Алешин, Ньюсблок МТВ.